Итак, о чем же первая часть нашего курса? Самое главное, начнем с самого главного, это анатомия кожи. Это те столпы, на которых все основано. Зная, как выглядит, как построена кожа, мы спокойно можем отправляться в дальнейшее плавание по физиологии и патологии. И вторая часть после анатомии – это физиология кожи, чтобы понять, как она растет, чтобы понять ее функции, как она восстанавливается, как она восстанавливает, регенерирует дефекты в коже. Мы познакомимся с таким понятием, как микробиом кожи, очень модное и важное понятие сейчас. Узнаем, как кожа стареет, почему она стареет и как можно этим управлять сейчас. Следующий раздел будет о патологических состояниях кожи. Это еще не болезнь, но это симптомы, которые указывают на то, что есть патология. А именно это гиперкератоз кожи и патологические элементы кожи. Познакомившись с этими симптомами, можно дальше идти в патологию. И мы узнаем с вами о тех диагнозах, о тех патологиях, которые чаще всего вы можете увидеть в ваших кабинетах. Это экзема, атопический дерматит, аллергический дерматит, гипергидроз, бромидроз, псориаз. И закончим наш курс, посвященный коже, на новообразованиях кожи.